Сударыни, судари, дамы, господа, мое почтение всем вам. 2-3 года назад на странице социальной сети руководителя отдела персонала одного из филиалов крупной группы компаний размещался пост о том, что в древние времена рабам давали еды ровно столько, сколько им было необходимо для продолжения работы. И что в настоящее время, к сожалению, мало что изменилось. Сегодня будет стихотворение в тему этой публикации. Исполнение посвящается представителям работающего населения, независимо от того, являются ли они штатными единицами Путиловского завода или же рядовыми клерками офисного пространства. Блок. Александр Александрович. В соседнем доме окна желты, по вечерам скрипят задумчивые болты, подходят люди к воротам, и глухо заперты ворота, а на стене недвижный кто-то, черный кто-то, людей считает в тишине. Я слышу все с моей вершины. Он медным голосом зовет согнуть измученные спины. Внизу собравшийся народ, они войдут и разбредутся, навалят на спины кули, и в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели. Всем спасибо!